Здравствуйте, студия. Доброе утро, Красноярск. Завтра, 9 апреля, в музее Сурикова на проспекте Мира 12 состоится всемирная акция Slow Art Day. Art Slow Day, как правильно? Slow Art Day или День всемирного созерцания искусства. Да, спасибо. Медленного созерцания искусства. И это утро в рубрике «Внутренний кофе с Богданом». С нами встречает научный сотрудник музея Сурикова Екатерина Толстихина. И сейчас вот мы в прошлом включении присутствовали на выставке, которая сейчас проходит в музее Сурикова, Валерьяна Сергина. И я на 10 минут остановился около этой картины, присел, внимательно рассмотрел. И я хочу поделиться с вами, телезрители, тем, что вообще эта акция приурочена к тому, что ты приходишь в музей, будет йога, и возможность есть задержаться у картины дольше, чем это обычно вы делаете на выставке. Сейчас очень популярен формат IMAX, и вот это настоящий IMAX, телезрители, потому что здесь, проведя 10 минут у картины, я заметил, что, например, солнце находится в определенной точке по вот этим вот бликам на деревьях, на вот этом домике, на лошади, которая при первом взгляде не высвечена. Что это, я даже не знал название, что это какой-то вот дообеденный промежуток времени, много людей, то есть это какой-то праздник, трактор, который Кутько Дмитрий не заметил сразу. И потом Катя подошла и дала подсказку мне, что название картины звучит как «На масленицу». Я проникся. И завтра, кстати, во время этой акции состоится встреча с художником Валерьяном Сергиным, где вы можете прийти и так же, как и я, очутиться на масленице, которую он запечатлел, и поделиться с ним своими эмоциями на эту тему. Не будет ли он против, Катя? Да, в час дня у нас будет встреча с художником, поэтому, посозерцав искусство и поняв какие-то вопросы, что-то интересное для себя открыв, можно будет потом уточнить это, спросить, расспросить у самого художника. Акция всемирная, и это будет как создаваться единое культурное пространство. Есть какой-то сайт, ты говорила мне за кадром. Да, можно найти в интернете очень спокойно. Это сайт Slow Art Day. Он международный, к сожалению, он на английском языке, поэтому все, кто знает, может поискать информацию. В нем принимают участие музеи со всего мира, и в том числе мы в этом году решили проэкспериментировать и попробовать этот формат. Если вы хотите приобщиться к искусству и понять, разгадать смыслы, которые закладывает художник в свои работы, какие-нибудь тайные послания вам, то Slow Art Day подходящий, мне кажется, момент, потому что обычно ты приходишь на выставку, и какие-нибудь дамы в жабо или в боа так вот вальяжно, чавкая, проходят, вот так вот встают, вот что она там видит, я не понимаю, конечно. А я, как скромный парень из Березовки, ну, я не могу сказать это. Чуть-то шла. Вот, и сейчас я ощутил на себе всю прелесть созерцания. Спасибо большое. Отмечу, что все-таки наши посетители очень культурные. Дай бог, чтобы такие посетители, как в музее Сурикова, были во всех выставочных пространствах нашего города. А завтра, 9 апреля, я напоминаю, здесь, на Мира 12, состоится всемирная акция Slow Art Day. Приходите с детьми и познакомитесь с художником Валерьяном Сергиным. И также будет йога. Йога от сертифицированного тренера Татьяны Харви. А печенюшек не будет? Какие печенюшки с йогой? Никаких печенюшек с йогой. Спасибо большое, Екатерина Толстихина, научный сотрудник музея Сурикова. А я передаю слово в студию. Больше ничего про вас говорить не буду.